В рамках текущей рабочей деятельности волонтеры местного отделения «Единой России» проводят профилактические рейды по предприятиям торговли, общепита и бытового обслуживания. Их главная цель – проверка соблюдения требований санитарной безопасности для предотвращения распространения коронавируса. В ходе очередного рейда активисты осмотрели парикмахерскую «Воденцова». Они зафиксировали, что все сотрудники салона были в защитных масках. Санитарно-эпидемиологические требования соблюдаются в полном объеме. Проверки будут продолжены.